Сорт томата Роза Бек. Это канадский сорт розовоплодных томатов. Вот такие вот они округлые формы розового цвета. Сорт был выведен в Квебеке в 1975 году. Куст компактный, не раскидистый. И томаты завязываются в кистях через каждое междоузлие. На кисти примерно до 6 томатов. 4, 5, 6 томатов. Сорт очень урожайный. Примерный вес одного томата 86 грамм. Отдельные плоды в первых кистях бывают до 150 грамм. Формировать куст лучше в два стебля. Так получится более крупные томаты на кустах. Сорт очень урожайный. По вкусу тоже очень вкусный. Сладкий с небольшой кислинкой. Подходит для цельноплодного консервирования, для приготовления соусов и для соков. В разрезе томат, сейчас посмотрим, вот такой многокамерный, очень сочный, вкусный томат. Кусты этого сорта компактные, высотой до 60 сантиметров.